Добрий день, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш проект Ukrlife TV та видавництво «Духи літера». Ми запрошуємо в гості в цю студію письменників, режисерів, композиторів, людей культури і представляємо продукти їх творчості здебільшого останніх років, останніх місяців. Отже, місяць тому перед книжковою ярмаркою в Арсеналі вийшла книга, яку хочу вам показати. Книга про творчість Романа Балаяна. І сьогодні Роман Гургенович – наш гість. Дуже радий вас вітати. Добрий день. Роман Балаян. Вести це інтерв'ю будемо ми з Костянтином Сіговим, директором видавництва, ну і я, Леонід Фінберг, головний редактор цього видавництва. Питати будете, да? Да, питати будемо. Роман Гургенович, начну з того, що мене, чесно говоря, більше всього волнує, коли я читаю ваші тексти. Я не говорю о том, що я не хочу, що я люблю ваші фільми. Вот так вийшло. Я думаю, что не я один такой. И я видел и читал хорошие слова, часто восторженные оценки ваших фильмов, только художественных, и насколько я знаю, их 14, не говоря уже о документальных. 12. 12, да? Ну вот я хотел вам прибавить, а вы не дали. Хорошее число. Да. И, но почти все ваши интервью, почти все ваши тексты, особенно там последнего десятилетия, это тексты так или иначе такой самокритики. Часто, мне кажется, даже самопоедание. Это несмотря на то, что там великие режиссеры современности говорили самые хорошие слова о ваших текстах. Где здесь это противоречие? Фильмы, ну, в оценках нормальной, интеллигентной публики, вы знаете, что очень высокие. Оценки авторитетов тоже очень высокие. Что вас не удовлетворяет, что вы себя так грызете? Насколько я понимаю, это даже стало барьером для работы дальше в качестве режиссера. Ну, все дело в том, что я давно считаю, что я не ту профессию избрал. Правда, каков бы я был в другой, это другой вопрос. Значит, я сто раз говорю, я ленив. Меня надо будить 5 раз, чтобы я вышел на съемку. А в это время я думаю, хоть бы дождь пошел, хоть бы град пошел, чтобы отменили съемку там и так далее. Потому что я не люблю это дело. Камера не готова, погода не готова, кто-то не пришел. А я все уже снял. Я в уме уже все снял. Вот в эту секунду, за этот день я все снял. Для того, что есть этот непорядок кинематографический, потому что он с техникой связан, да. И поэтому мне не всегда удавалось из-за себя доснять до конца то, что, как я хочу. Ну ладно, ну. То у вас два параллельных ряда. Одно то, что вы снимаете, а другое у вас в голове. Да, ну и так хорошо. Поэтому, если хотите, скажем, чтобы я стал сумасшедшим, надо меня запереть в кинотеатре и показывать мой фильм. Любой. Я могу сойти с ума. Потому что я, как и какой-нибудь нелюбящий мое кино, вижу только недостатки. Я же лучше вижу их. Вот здесь я не сделал, это я хотел здесь так, но я помню, почему я это не сделал. И все по личной причине. Когда я в «Современнике» работал, и я помню, я сижу в 5-м ряду, в темноте, отец, значит, на сцене, Гафт, Ниолова, Галя Волчок. Пиротехник приносила мне чай, говорила, в стакане, а вместе с коньяком, только никому не говорите. Я, значит, как царь такой, как султан, замечание, они там, на свету, я здесь, в темноте. Гениально, царская работа. И я помню, очень фонтанил, я каждый день менял мизансцены. И актеры возмущались, ну мы же вчера только выучили. Вот я говорю, слушай, у нас впереди 3 месяца, в чем проблема? Конечно, меняем. Мне не понравилось то, что вчера. И я понял, это был 93-й, я понял, что я много потерял, все-таки перейдя из театрального института в киноинститут.
В кино почему хотят? Больше известные там, да, там. Есть гениальные писатели, стоят рядом со мной, их не знают в лицо, а меня почему-то узнают. Но не потому, что я умнее, а потому, что мы киношники, ну, мы на виду, якобы, понимаете, показушные такие. Поэтому вся вина во мне. Может быть, я слишком о себе высокого мнения на самом деле, а на экране этого мнения нету. Понимаешь? Не получается. А я знаю, почему. Это из-за моего характера. Я потакаю всей группе. Я никогда никого не выгонял. Пьяный на площадке, ну, черт с ним, там, и так далее, 50-е. И все бездельники из студии Довженко, когда узнавали, что я запускаюсь, шли в мою группу, потому что они знали, что они будут работать, их никто не будет обижать. По-доброму. Да, потому что если был Мащенко, он бы там на 3 дня прекратил съемку. Как Леша Герман, положим, да? Да не дай бог. Я помню, я еду в СВ с Алешей Германом, старшим сейчас надо говорить, да? Из Киева в Москву. Я говорю, Леша, я прочел в каком-то журнале, то ли в «Наш современник», то ли что-то, что ты бросил группу, дождь идет, слякоть, значит, хляб, всю группу, 60 человек бросил, сам сел в автобус этот единственный и уехал. Он говорит, ты что, фашист? Да это они фашисты. Я говорю, да не, ну получается, что ты фашист. Что это такое? Он говорит, я фашист. Это они меня подвели, почему я фашист? То есть Леша пока не добьется того, что он хочет, потому что он снимает, ну, он считает, что он снимает на века. Там, как говорил Тарковский или кто-то, это плевок в вечность. Я так никогда не считал. Как-то Марк Захаров говорил мне в 86-м году, говорит, Ром, вот я бы хотел кинофильмы снимать, а не телефильмы. Слушайте, я говорю, я вам завидую, ваш фильм все время показывают. Потому что, во-первых, Шварц, во-вторых, вы, во-вторых, тема какая-то такая у вас, в отличие от нас, которые мы там, это. И всегда будут показывать. И действительно, его фильмы все время идут. Обыкновенное чудо, Мюнхгаузен. Всегда будет интересно. Всегда. Какая бы власть ни была. Хоть фашистская, какого хоть бы советская. Какого бы дракона не убивали. Да, да. И какую бы позицию он ни занимал, тут еще тоже есть. Тоже не имеет никакого значения. Канал это не интересует. Это правда. Да. Поэтому, а мы там пытаемся, там про полеты говорят, что я, значит, показал образ невстроенного в ту власть интеллигента, значит, это вот это отрицание личности там и так далее. Я все понимаю. Я больше люблю фильм «Поцелуй», например. Я, когда меня начали хвалить после полета, а до этого у меня был «Бирюк», который вообще там по режиссуре может быть интереснее. И я думаю, дай-ка я для себя сниму. Слава богу, Москва меня тогда уважала, телевидение. Я послал, я говорю, я хочу поцеловать. Я всегда ищу короткие вещи, чтобы по мотивам. Да, утвердили. Я в последний день, правда, написал сценарий только перед этим. И это мой любимый фильм. Это великое ничего. Ничто. Понимаете? Богатель-то. Да, нету вот это все такое. Ну, это настолько было... А насколько было мне интересно, что впервые в жизни Булат Акуджава написал статью в «Советскую культуру». Мне звонит Татьяна Васильевна Иванова, редактор Москвы, говорит, Роман, Ромасик они меня называли, вы прочли, говорит, это, статью Акуджавы? Какую статью? Говорит, в «Советской культуре». Он впервые попросился, написал, говорит, вот статью про... Поцелуй. Ваш фильм «Поцелуй». Собственно, почему он появился в «Храни меня, мой талисман»? Потому что без «Поцелуя» он Шиш бы появился. Шиш бы согласился с нас сниматься, да. Поэтому я говорю, вот, ну что за картина? Я помню, я показываю в Таллине, где меня обожали за эти полеты. Приехал я с «Поцелуем». Ну, Рома, ну ничего. Так, ну, ничего. А немцы смотрят, нравится. А этот, я, получается, что я хвалю себя. Не, хвалю, а другие хвалят, да. Марчелло Мастрояни, значит, дали ему, я должен был с ним снимать фильм по о боже. Я называю себя Гантебайн. Угу. Макс, я забыл фамилию писателя. Значит, и дали ему смотреть. А он главную роль, хотя я не очень хотел, потому что он уже был мордатый, мне нужен был похудее артиста, но... Он это деньги итальянские, там я должен был. И вот встреча. Я говорю, ну, тебе понравилось фильм? Он говорит, да, говорит, особенно «Поцелуй».
Я говорю, а тебе что, полеты не понятно? Не, говорю, не, они мне тоже говорят, но такой я и есть в жизни, я это, в общем, такой, это мне близко. Вот в поцелуй, вот, ну сними меня, вот, чтобы я вот в таких костюмах, там, это вот, вот так, чтобы просто, знаешь, там, идешь по кадру просто, все так, ничего не делаешь. И вот, да, остальные, они о чем-то, о ком-то. А Гудяев считал, что поцелуй о мужской дружбе. Я согласен, да. Там есть отношения Абдулова и Янковского, но я не помню, как зовут персонажей. Там я придумал сцену примирения. В общем, этим фильмом я доволен на 70%. А остальными фильмами на 50%. Но это я говорю о фильмах до 87-го года, включая «Филер». Потом я снимал фильмы, но как в книге я написал, есть такой грузинский анекдот. Ну что, Гиви, устроился? Нет, работаю. Вот я 5 фильмов работал последние. За большие бабки, кстати. А раньше я мог без денег снимать. Не надо денег. Лишь бы дали. Ну. А. Мне кажется, что у профессионала часто работа это отличить работу от творческого акта трудно. И вряд ли это прерогатива только самого режиссера или самого творца. Я думаю, что и какой-то круг интеллигенции, который близок к этому творцу, тоже имеет право на такие оценки. И насколько я знаю. Я никогда не спорю вообще. Да, и насколько я знаю. И Акуджава, и Тарковский, и Феллини, и еще можно продолжать, и Кустурица, и так далее, очень высоко ценили ваши фильмы. Не-не-не, Феллини и Кустурица обо мне ничего не говорили. Может, вы где-то читали, я не знаю. Нет, да, ну мне можно не проверить. Будем, может, не будем, может, не может, будем, может, не быть, будем. Мне захотелось прибавить. Не будем. Тарковский, да, очень смешно ему понравился фильм. «Полеты». Есть книга о нем «Сновидение», или как она называется, Александр Гарретт написала «В Лондоне живет». Она была переводчицей на «Жертвоприношение». И вдруг, значит, в столице это и показывают «Полеты». И он говорит, пойдемте посмотрим. Там, говорит, он меня хорошо знал. Не как режиссера, а как человека, да. Значит, это, пошли смотреть. Он якобы, пишет она, в полном восторге и так далее. А Бригитта, жена его друга, там спрашивает, Андрей, что такое восторг? Ну, банальный фильм. Он там любит трех женщин, там это, жена его любит. Ну, банальнейшая история. Вот, я знал, что они нас никогда не поймут. Устроил там сцену. И не повел в ресторан. Обещал повезти в ресторан. Поэтому я считаю, что «Полеты» это для нас. Вот для этого вот здесь у нас было, ну, там, каждого. Я помню пацаны 20-летние в московском киноклубе, которые вставали и говорили, что это, вы знаете, это про меня. А я все говорю, нет, ребята, это про меня. Ну и про меня. Поспорим. Да, да. Ну, все-таки... Я много говорю, по-моему? Нет. Хорошо, что вы еще чуть-чуть пишете. Все-таки книга, да? Книга... говорит о том, как легко, я бы сказал, охотно вы идете на самоиронию. Тут здесь замечательные фотографии, где ваш душит Янковский. Это я так снимаю кино. Да. И в каком-то смысле для целого это круга. Есть еще фотографии, что для людей с такими лицами есть не кино, а милиция. Не видели? Да, 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 да. Типа. То есть открываешь на любой странице эту книжку и ощущение дружеского круга. При том, что про киношников все только ленивые всякого не наговорит. Но ощущение такое, что, например, с тем же Янковским у вас действительно дружеские отношения. Иначе бы он бы себе не позволил этих жестов. Вот что такое поверх всех профессиональных, реальных или псевдобарьеров, реальная ваша дружба с теми людьми, с которыми постоянно, ну, по-настоящему вам работалось? Ну, знаете, из всех фильмов, что я снял, только с Левой Дуровым мы были не на одной волне. Поэтому «Каштанку» я смотрю, когда уже Дуров закончился. Угу. Там причина была. Он не обижал собаку, там надо было сделать. Включая Табакова и всех, кто потом у меня снимался, это были люди моей волны. Ну, я не знаю, это такое принято говорить. Круга. Такое, да. Круга, мышление. Ну, не мышление, да. В общем... Мы в одном направлении. С полуслова понимаем. Мы с полу, даже без полуслова, да. Угу. С жеста. Угу. С жеста.
И настолько, что ведь Олег Янковский подряд в 4 фильмах моих снимал. И он себе этого не позволял. Вообще-то в 6 моих фильмах снялся. Но там было время подряд. А меня удивляет другое. Вот я приезжаю в Москву, когда я уже делал полеты или заканчивал, и дальше до 87-го года, все время спал у Янковского. Это я, который нигде не люблю спать. Люда, жена, стирала мне носки и другое там, и так далее. Как я себе позволял согласиться на то, чтобы я спал? У них, а не в гостинице. Тем более, что я в командировках был, у меня была командировка, деньги на гостиницу. Как они упрашивали, чтобы так случилось? То же самое до этого у меня было с Боровским Давидом. Как это, я не понимаю. Вы меня просто плохо знаете. Я такие вещи не люблю. Не надо мне. Старик, это все такое. Ну, как полно? Это говорит, во-первых, о большой любви и искренности отношений между нами, конечно, да. Но как я себе позволял до сих пор? Вот недавно я об этом говорил. Да что такое? Как они меня убалтывали? Вот я этого не пойму. Не потому ведь, что я был бедный тогда, не думаю. Во-первых, моя бедность никогда не была видна, потому что я жил всегда в долг. Да, у меня были всегда деньги. Мама моя говорила: Рома, вот ты должен ходить так, что когда у тебя в кармане рубль, все должны думать, что 100 рублей. Поэтому мне говорят, такая какая-то. А мы сейчас так думаем, глядя на вас. Сейчас у меня больше в кармане. Сейчас у меня больше в кармане денег. И я сожалею, знаете, когда уходят люди младше тебя, у тебя какая-то вина появляется. Я не знаю, я ощущаю это, да. Очень многие друзья мои в разных городах. Ну, особенно Абдул Янковский, да. Давид Боровский. Ну, Давид старше был, не важно. Вот какая-то без вины виноватый. Вы знаете, что есть, да, сегодня будет прощание, по-моему, сегодня с Игорем Диченко. Что, ушел Игорь Диченко? А когда это случилось? Мне сказали, что вчера, что ли, что это произошло. Боже. Один из самых последователей, да, искусствоведов украинских, коллекционеров. Конечно, у него коллекция мирового масштаба. Да, ну Игоря вот это дело, да. К сожалению, да. Странно, я вчера был у Рапая, они хорошо друг друга знают, что Рапай не знал об этом. Может быть, вчера еще не знал. Мне Лена сегодня утром сказала. Вот ты сейчас рассказал об ушедшем, я говорил об ушедших, да? Да, я потом. У меня есть фраза, которая и в книге, кажется, есть, потому что я ее еще не листал. Могу дать полистать? Я не найду. Очень давно, я не помню в каком году, мне пришло в голову, перед полетами, мне приснилось, что я не буду Феллини, не буду Антониони и так далее, ну и ладно. Буду нормальным там этим человеком. Но в это же время я придумал, что в компании говорил, что мне будет интересно, что говорят обо мне как о человеке, а не как о режиссере. И в этой книге, по-моему, должно быть, когда мы с Зарой говорили, что я еще в 62-м году, будучи студентом Ереванского театрального института, придумал новеллу. Ну, я всячески хотел кино почему-то, у товарища была камера. Похороны человека, которого жутко интересует. Вот что там они говорят про него? Меня действительно интересует. Вот я там буду лежать, они там, кто искренне, кто нет, кто улыбается, кто куда-то спешит, там, да, пошел дождь, растворились. Это же гениально. Я считаю, что любой человек об этом должен думать. Какая музыка будет? Да, какая музыка, да. Кто-то поперхнется, кто-то скажет, ну, боже, какая пошлость там и так далее. Кто-то удивится, может, я тогда буду бедный, и это, значит, камешек не приготовили. И так далее. Ну, неважно. И будут люди, которые, потому что я долгожитель, мне старушки говорят, я не очень верю, да. А зачем мне? Мне одна такая, как это их называют, типа экстрасенс, который лечит все, говорит, а можно вашу руку? Да, да. Ну, значит, висит 10-6 років, вам зроблять операцию,
Звиняйте на интимном месте. Это она говорит, звиняйте. Ну, дальше, 86 лет. Мне еще тогда было 70, даже не было. Якщо пройде успішно, ще 12 років. Ви що, з ума сошли, я говорю? Ви на що мене обрікаєте? Це з ким я буду здоровий, з ким буду ходити? Моя жена рядом стоїть, кстати говоря. Ну скажи то же саме, ну що за подлость така? Ну я уверен, що вона ошиблась, звісно. Да, так довго не живуть. Як теж екстрасенс. Да. В общем, вот мне кажется, что «Храни меня, мой талисман» в этой сцене вечери, есть там такая сцена, «Тайная вечеря» якобы, а я почти ни о чем не предупреждал, кроме артистов, ну, о чем мы говорим, как делаем там и так далее. И начался спор между Збруевым и Мишей Казаковым о гениях. Миша там кричит: «Гением нельзя играть, там пятое, десятое». Да, вот «Тайная вечеря». Значит, все такое. И гением нельзя играть. Он говорит: «Меня хочешь играть, я играть не буду», все такое. И вдруг под нос Булат говорит: «Ну, вообще-то гений понятие посмертное». Я это оставил в черновом виде, этот кусок. Из-за этой фразы звукооператоры и АТК всячески пытались это, чтобы я дублировал эту сцену. Особенно Булатов. Я сказал: «Нет, я не буду этого делать». Потому что у человека вырвалось. Сидел себе спокойно. Эти, значит, грызутся, гения играть можно. Тот говорит: «Ну, можно играть в быту его, как он сказал». Вообще-то гений понятие посмертное. Да. А каких гениев вы встречали в своей жизни? Не, ну я, если честно, это, конечно, Параджанов. Притом я имею в виду поведение Параджанова. Не о фильмах будем говорить, это у каждого свое мнение там и так далее. Но поведенческий вот этот вид и поведение Параджанова, ну якобы, ведь гении сумасшедшие, правильно, да? Ну, такие, это шиз, который не обязательно, чтобы был в сумасшедшем доме. Легальный шиз, вот такое. И этот человек поражал нас всех импровизацией на месте. Вот импровиз. Это меня лично унижало, потому что я все время думал, что я лучше него вообще-то. Ну, то молодой был, дурной, да, с гор спустился. Да. Я понимал, что я не могу вот так. Мне надо, может быть, 10 дней, чтобы такое придумать. Я думал, что я могу через 10 дней. А это там... Костя, Леня, очки. Моментально навело. Ну, короткое. Моментально. Как это? Это очень давило. Я понимал, тогда я был дурной, я понимал, что это, наверное, гений. А с ясновидением его, когда он из всех тюрем, и тбилисской, и той нашей, значит, приехал уже в Киев, я обнаружил у себя интермеццо, авторский вариант его, которым всегда... фломастерами расписывал, значит, рисовал все сцены там и так далее. Ну, думаю, понесу, отдам ему, обрадуется. Это 82-й или 83-й год. Я, значит, приехал, это в Киеве. Да, я говорю: «Сергей, я вот вам приготовил». Он так презрительно посмотрел наверх, говорит: «А зачем ты мне даешь? Не хочешь как-нибудь потом сдать в музей Параджанова?» Откуда он знал, что в 90-м году откроется музей Параджанова? Понимаете? Или там, может есть, может нет. Вот мы идем вместе, да, возвращаемся к нему, и он той компании рассказывает, что было. Я не позвонил, Миша Беликов каждый раз говорит: «Ну что ты врешь, ничего такого не было». Он говорит: «Правденку любят». Не одно слово правды. Ему скучно. Я вообще считал, что он как крокодил тоже летает, но низко. Знаете, если говорят, крокодилы летают, говорят: «Да, ну очень низко». Параджанов, он не жил на земле. Поэтому, собственно, попался. Потому что он считал, что да кто никогда не читал газет, не телевизор вообще у него дома, естественно, не было никогда. Он ходил в эти свои, эти, как они называют, комиссионки, и мог рассказать, что в стране творится. По шмоткам, по этим, по продаже. Ну, сын антиквара. Вот они пишут, что он этнографик. Не, он не может не показать народное искусство,
народный предмет, понимаете, да. Этнография там минимальна. Там да. Фантазии зашкаливают за несколько уровней. Да, чур-чур, да. А Тарковский, значит, я поехал к Тарковскому, чтобы он написал письмо Щербицкому. Он Шкловский. Я в квартиру, он из ванны вышел с дырявым халатом, да, я помню, да. О, здрасте, да, вы мне звонили. А я ничего, я только снял эффект Ромашкина, это ужасно, слава богу, он не видел. Да. Поэтому я смел. И мы садимся там, торт шморт. А я ему говорю, вы знаете, я смотрел в зеркало, и действительно, это потрясающе, я говорю. Но мне не нравится вот начало фильма. Он тоже ехидно говорит, в каком смысле? Я говорю, ну вот это начало, что там доктор и мальчик, мальчик говорит, я могу говорить. Он говорит, да, ну такое замечание мне сделал Ермаш. Я говорю, правильно, потому что это для него сделали, для начальства. Ермаш был министр кино. Разве не лучше, я говорю, с этой фантастической панорамы. Девушка сидит на жерди, и из глубины идет мужик, и трава колышется и так далее. Помните, да, Солоницын идет? Он снисходительно так не стал грубить и говорит, Лариса Павловна, они так разговаривают, говорят, ну попробуем монтажной посмотреть. Ну, конечно, он этого не сделал, но запомнил, что какой-то чурка пришел и так, любя, ведь когда человек знает, что ты его любишь и делаешь замечание, да, а тем более еще отмечая лучшее, правильно, это очень важно, тогда отношение этого человека остается к тебе прежним. Я, например, публично, ну, сейчас посмел там бедного Слабошпицкого, да, обозвать, это неправильно. Я не сдержался. Но я говорю не про фильм ведь, правильно? А я публично никогда никого не ругаю. Я имею в виду произведение. Вообще никогда никто не слышал. Это не значит, что мое мнение такое, как я говорю. Но на примере человеку подойти и сказать, что фильм «Г», втором значении этого слова унизительно. Ну как так можно? Ну пожми руки, скажи. Поздравляю с премьерой, старик. С книжкой спасибо. Тоже. Спасибо. Да. А так, знаете, и уходишь. Да. Понимаете? Я не знаю, рассказывал ли вам или кому-то, я рассказывал. Тот же Параджанов. Додо Алексидзе, помните такой режиссер, который ставил во Франка, поставил Антигону? Да. Я и Фуженко с огромным букетом. Это нам Параджанов дал подержать, а Параджанов сидит, значит. Жуткий спектакль. Жуткий просто. Не думаю. Вышли уже, и выскакивает Додо к Параджанову. И Параджанов, значит, к нему и кричит, обнимая. Гениалури, гениал. Ну, понятно даже, что это значит, да? Гениально, Додо. А мы с Толей понимаем, что мы просто, ну, еще невежи безумного порядка. Оказывается, это гениально, а мы считаем, что другое «Г». И Додо говорит, сейчас я пойду и возвращаюсь, попрощаюсь с актерами Сергова и возвращаюсь. Тот убегает, Сергей поворачивается к нам, я прошу прощения у зрителей, говорит, боже, какое говно. И тут мы с Толей воспряли. Оказывается, мы что-то понимаем. Вот такие моменты интересные, когда... Я помню, я «Шербургские зонтики» вначале не принял. Что-то мне показалось, мещанский фильм какой-то. Он мне сказал, иди немедленно еще раз посмотри. Я и «Цвет граната» первый раз, тогда я еще вообще ничего не снимал. Я сказал, по-моему, это ваша творческая неудача. Он сказал, да, зря спустился с гор, правильно, когда тебе говорит Левчук. То есть, если остаешься самим собой, да, конечно, есть режиссеры тысячи тысяч лучше меня. Тысячи тысяч, да, я вас уверяю, не надо так делать. Тысячи тысяч, вы что, знаете всех, что ли? И вы не знаете всех. Ну, я предполагаю. Я иногда вижу такие фильмы, там мельком по телевизору, думаю, ой, вы думаете, что экстрасенс-то дама вас научила видеть тысячи режиссеров? Это она про долбожительство. Это разные вещи. Не, конечно. Но я знаю другое, что да, я не в тысячи, не в двухтысячи, не в этом, но не самый крайний. То есть не самым последним стою. Не десятитысячный. Да, не последним стою.
Это мы тоже знаем. Роман, да, вот и все, я думаю, что у нас... У меня вообще такое впечатление, что это такое рафинированное, рассудительное юродство, честно Нет, говоря. Нет, клянусь. Вот, почти вся книжка так построена. Клянусь, знаешь, да, как... я давно такой. Я так... перед именно полетами начал быть таким. Потому что за 5 лет и 7 месяцев, когда мне не давали снимать, я представлял сценарий, их рубили, и даже не заключали как договор, чтобы хотя бы что-то получить. И во мне появилось вот то, как у героя, вот такое, ну а что они делают, те, кто снимают? Ну что там, приходят на работу, уходят с работы, ну как в полетах, вот, что, ну, что они там? Это... И появилась вот такая желчь какая-то. И я понимал, что это еще и самоунижение все-таки, что вот у тебя не получается, и поэтому ты вот всех считаешь там, и так далее, и так далее. И потом, когда это обрело форму сценария, идеи, я понял, что из этого надо выскочить. Надо выскочить из этого. Я ушел снова в лоно матери, в стог сена. Ну, и полетел. А? И полетел. Роман, ну вот мы это все время мы говорили о прошлом. Я, наверное, болтаю, а вы хотите какие-то вопросы задать. У нас немного вопросов. Да, и у нас на самом деле не так много времени. Ну вот просто хочется возвратиться к сегодняшнему дню. Хочется возвратиться из истории, из творчества. Творчество, которое многие очень знают, и кто-то принимает, кто-то нет, но это вчера. Сегодня. Какие ваши сегодняшние роли, которые вам близки? Ну, не только иронизировать над собой, не только рассказывать, как вы занимались работой вместо того, чтобы творчество. Вам же не очень-то поверят. Вот сегодня. Что поверить. Есть сегодня? Сегодня есть скука безумная у меня в культуре. Ну, в Киеве, по крайней мере, да. Я потерял очень многих единомышленников по всей бывшей стране. Ну, не по Советскому Союзу, вы понимаете меня. Потому что киношники очень дружная нация вообще. Я в каждой столице, приезжая с этими полетами, которые все видели, видел такие фильмы. В 83-м году я посмотрел «Триптих Хамраева», который меня так принимал. А я думаю, что это такое? Там «Гнездо глухаря», «Неволанд», кажется, в Таллине. Чего они про полеты говорят? После премьеры полетов, через 3 дня, первый муж, или очередной муж Аллы Пугачевой, режиссер Саша, который о ней фильм снял там, как фамилия Саши, позвал к себе домой, с компанией и так далее. И там у них в второй комнате идет фильм «Оман». Помните, такой вот черный фильм был? «Оман», сериал, 3 или 4 серии, мистика такая. А потом кто-то говорит, а вчера мы смотрели, говорит, «Последний танго в Париже». Я говорю, слушайте, покажите мне. А в мою честь собрались, 2 часа ночи вообще-то. Ну, Рома, ну потом, не-не-не, можно, да, вот это? Я пойду туда немножко посмотрю. Я сижу там. Они же должны тосты говорить. Ром, я говорю, ребят, ну, я с вами. Ну, рюмка мне, я с вами. Я посмотрел фильм, это самоирония. Вот с такой рожей зашел к ним, фильм длинный, и говорю, это в 4 утра, я говорю, слушай, вы или тупые, я говорю, или какие-то. И после того, что вы знаете «Последний танго в Париже», вы можете восхищаться полюциями во сне и наяву? Это было совершенно искренне. Этот фильм меня убил. Просто убил. Поставил на место. Вот. Поэтому это надо... Я не знаю, откуда это идет у меня. Моя мама довольно высокомерная дама была вообще-то. Вся улица ей служила. Там. Почему это ко мне пришло? Вот. Ощущение прекрасного, к тебе не относящегося, да... И момент принятия, что ты вот ниже, чем вот то, а что, это плохо, что ли? А что, когда ходишь по Луру и умираешь от зависти? Ну, не по всему Луру, конечно, понимаете, да? Ёлки-палки, потом, что за кино, а почему я не рисую вообще-то? А почему я не скульптор? Я рапаю, говорю, слушай, ты там поставил 2 статуи в городе? Это и 100 лет будет стоять, а мои фильмы через 10 лет никто не будет знать. Я говорю, о, ладно, говорите. Я говорю, почему же я не в скульпторы пошел?
Понимаете? Там свои проблемы, их не Вы хотите чего. Про книгу? Я скажу, это я заставил Зару, но сначала с тобой поговорив, что хочется издать эту книгу. Я не скрывал из-за чего. Я хотел, там то, что в первой строчке, я хотел фотографии моего внука, моего сына, моей дочки, ах, какие моей жены. Да. Какие вот это я хотел, чтобы это было. А потому что я там что-то болтаю. Это не важно. Пройдет время, они еще долго будут жить, будут листать вот эти. Вот он, мой внук. Это ваши скульптуры. Да, да, да. Живые, это мои оживые. Скульптуры. Да, конечно. Книга будет лежать, кто ее тронет. Роман, мне кажется, что надо сказать о роли Зары. Как киноведа одного из самых фантастический киновед блестящих, Абдуллаева. Да, да, я да. помню, что мы хотели осовременить книгу, то есть как бы дать что-то за последнее время. Видите, как упирается. Во-первых, а с другой стороны, мы никого не нашли. Ну тут новые идеологии с 14-го именно, года. Именно да, поэтому да. как бы не 14-го, 13-го мы исправили. Да, 13-го года. И, конечно же, очень хорошо сделал дизайн Иван Григорьев. Да, тоже. Она хорошо критикует «Филер», вот, например. Хорошо критикует те фильмы новые, которые я работал, а не игрался. Зачем вы это сняли? Она мой большой друг. И жена замечательного человека, Данила Дондурей, который по «Дождю» выступает. Это главный редактор искусства кино многие годы, который про Путина говорит, что хочет. И про моего друга Никиту там, и так далее, и так далее. Это такая бешеная, она бешеная. Данила, Даня тихий человек такой, да. А Зара человек бешеный, болезненный. Она там, когда говорит, ну, Бирюк, это фильм, да, профессиональный. Я больше люблю «Каштанку». Я говорю, ну, в «Каштанке» вот что собаку не вернула. А мне нравятся фильмы с ущербностью. Ну, вот и действительно. Вот, понимаете? Совершенно другой человек. И в 89-м году ведь книга издана. «Разгар армяно-азербайджанских событий», ребята. Да, а у нас ничего этого нету. Между нами не может быть. Это она другой человек, я другой человек. А, да. Ну, нет фильма без музыки, да? С другой стороны, конечно, музыканты не играют ту роль, которую играют актеры, художники. Ну, и почему? Так далее. Почему? Смотря какие, в каком фильме. А вот как у вас складывается взаимоотношения с музыкой? У меня музыка в основном имела значение в двух фильмах. Это в «Каштанке» и в «Полетах во сне и наяву». В «Полетах» я выпендривался, я всю картину снимал на съемочной площадке под музыку Нина Рота из 8,5. И поэтому невозможно было. Клеишь фразу, музыка скачет там, знаете, все такое, потому что одновременно звучит. И я Вадика, замечательного компания, говорю, Вадик, ну я не могу взять музыку Нина Роты, я тебя прошу. Будут говорить, что под, якобы. Меня не интересует. Мое настроение, да, под музыку Нина Роты. И он это сделал замечательно. И некоторые говорили, ну, это похоже на Нина Роту. Без этой музыки, без Джо Дассена, без Дюка Эллингтона, это все такое, вся роль и беды этой интеллигенции не прочлись бы. Ну, на мой взгляд, там, все такое. Это два фильма, где много музыки. В остальных фильмах меньше музыки. Мне нравится музыка в фильме «Поцелуй». Про этот поцелуй никак не отойдем, да. Особенно замечательную музыку он написал в фильме «Ночь светла». Это где я работал уже. Речь идет о Храпачеве, да? Да, Вадике Храпачеве, да. Вы же сказали, Вадик. Классная музыка. Я просил нечто такое. Я говорю, старик, я японскую музыку не могу поставить. Ну, давай отойдем от Украины, от России, от Европы. Вот что такое, что-нибудь, я не знаю, ино. И Вадик это сделал, да. Инаковость. Да, да, да. И оно дополняет. Музыка не должна сопровождать или иллюстрировать. Вот и все. Я не могу смотреть, что сделали с землей Довженко. Овчинников написал музыку. И там, где... Значит, страсти, музыка тоже набирает страсти, а я видел этот фильм в немом виде, гениальный фильм. И вдруг я смотрю, 3 года назад мне показывали, я хотел выйти из зала. Это что так, кто позволил? Это все равно, что эти крашеные фильмы, знаете? Да. Я заметил по телевизору, бой идут одни старики, вот этот крашеный, якобы, якобы цветной. А актеры переигрывают. Черно-белый, этого не видно, потому что тот черно-белый глаз, и фиксация, понимаете? Идет игра под черно-белое кино. Но в цветном кино
мне кажется, что в крашенном кино, что якобы актер переигрывает, хотя у него все замечательные игры, но немножко переигрывает якобы. А этого нету в черно-белом состоянии. Угу. Это Америка же придумала для проката. Крашеный фильм. Что это такое? Понимаешь? Музыка, ну, конечно, Эдик, Эдуард, да что ж с памятью, Тарковского, Эдуард Артемьев, да, замечательно, вот он умел в космос уводить музыкально, в фильмах Михалкова, в тех ранних фильмах, а какая музыка у него, у Тарковского в «Сталкере», это правда. Когда... Единственное, что он приехал к Куткину в мастер-класс и показывал эти отрывки. Ведь что делают композиторы, когда запись музыки идет? Они на всякий случай симфонии себе пишут, да, и это записывается, и все такое. А режиссер что говорит так? Я тебя молю, убери вот эту вторую скрипку, и это вот эту тубу убери, не надо, чтобы это звучало. Все. Ну, сейчас запишем сначала, а потом мы это сделаем. Все такое. И там, помните, в «Сталкере» проезд на дрезине. Угу. Три крупных плана все время. А он привез то полное сочинение и под эту музыку показал, эту дрезину. Совершенно другое впечатление. После просмотра я говорю, Эдик, его и Алеша зовут, и Эдик, это мало кто. Я говорю, ну зачем ты это делаешь? Покажи отдельную музыку. Он испортил эпизод просто. Потому что композитор, он по-другому же думает, это великолепно и так далее, да. Но режиссер в кино – это та экономия мысли или лаконичность мысли, которой не хватает в это время композитору. Спасибо. Оно хватило один раз Губе. Он замечательную музыку «Каштанки» написал, просто классическая музыка, кстати. И всю я поставил, кстати говоря. А я позвал его в «Бирюке», а в «Бирюке» у меня не было музыки, я думал, ну зачем мне музыка? Ну, Губа, композитор, я с ним работал. Я показываю фильм, там шум листьев и разговоров 50 слов в фильме вообще. Я жду, что он скажет, что он, куда он будет писать музыку. Я говорю, Ром, а зачем здесь музыка? Я говорю, иди сюда, я тебя поцелую. Да. Иди. Не, ну не честно, а могу заработать все-таки деньги, да. Поэтому я благодарен только киносообществу. Оно настолько живее, чем сообщество писателей, театральных режиссеров и так далее. Мы более живые, мы более смешные, мы более энергичные, мы более колоритные. Но что-то вот такое в нас, в этом кинопрофессии вот этой, понимаете? Вот есть что-то, что нас отличает. Ну, такие, я не знаю. Как обозвать? Обезьяны. Да, жизнь без границ очень важна здесь. Да, потому что... В отличие от театра, как покажешь? Это... Конечно. Или там книгу надо перевести. Ну, если... А тут минимально... Немедленно, и... пожалуйста. Племя сняли, немедленно. Кто-то послал в Каны, немедленно. Вот меня возмущает, хотя я о парне плохо говорил, да? Слушай, он 40... Нету страны и города, чтобы он не хватил там приза. Все время советский кинематограф... Там захватил. Ну, кто-нибудь, погладьте парня. Да нет, вот это кажется, что не ту Украину. Какую что-то не ту Украину? А в свое время режиссер Стримбицкий снял «Короткий метр», но от того, что он, когда Жоэль Шапрон, ведущий, вручая, обратился к нему, тот начал говорить по-украински. А этот не понимает, говорит, говорите по-русски, потому что я не, или по-английски. Он говорит, не, я украинец, я буду говорить только украинскую. Но тогда вышел бы с кем-то, с переводчиком своим. Об этом узнали здесь. И верховное начальство приняло Стримбицкого только по этой причине. Лично приняли в кабинете. А этот нахватал 40-50, я не знаю, там. Фильм, который многим не нравится, но неважно. В этих 40 призах по всему миру, главный призы всюду. Есть слово «Украина» там написано. Понимаете? Не важно, где, на каком языке, важно, где происходит. А почему до сих пор ни одного фильма не было городского, где действие происходит во Львове? Так много говорим про Львов, про Западную Украину вообще всегда, да? Почему ни разу не сочиняли? Вот жизнь двух людей, влюбленных даже, вот в этом замечательном городе, старинном. Ну, как не полночь было. В Париже, да. Не было.
Ведь можно было... И если бы я снимал во Львове, я бы снимал только на украинском, кстати говоря. Потому что там неорганично говорить по-русски или на другом языке. Почему этого нет? Все, сельские фильмы, все это. Да Львов, в котором мы говорим, что там культура другая и так далее. Не знаю, архитектура другая. Надо этим пользоваться. Так мало. Мы живем на свободе, что остается надеяться, со что свободой, это все перейдет. Не на свободе, а со свободой. Со свободой. Мы думаю, что нет. Думаю, что все-таки на свободе, при всем при том. Я думаю, что спасибо большое. Не за что, извините за глупости, но вы сами виноваты. Мы киевский фильм будем ждать. А? В Киеве тоже есть влюбленные, так что не забудьте о Киеве. В Киеве, да, но я просто чисто национально говорю. Почему во Львов? Почему вы не сочиняли про Львов, господа? Мы в основном вообще издаем книги, переводя с разных языков, включая там арамейский и японский. Ну, да, другое, или, да. Или китайский. Так что уж, пожалуйста, эти дайте претензии не к нам. Дайте я хохму расскажу. Да. Значит, можете не писать, можете писать. Значит, 62-й год, я студент режиссерского в Ереване. 11-3-го актерского. Очень хотел в нашу компанию, потому что мы были бездельники, все время ходили в кафе, потому что мы не получали стипендию из-за пропуска. Он хотел к нам присоседиться. А он якобы там, вот, ребята, я скажу одну вещь, только не смейтесь, хорошо? Лучше всех Шекспир звучит на армянском языке в мире. Ты что, он нигде не был вообще? Откуда ты взял? Араб все знают, ты что, все такое? Второй его хохма, национальная. Ребята, только не надо смеяться, ладно? Это он говорит, не я вам говорю. А то я вас знаю, мол, так. Не, ну, поверьте, Христос был армянин. Ну, тут мы хохочем, говорит, а на сей раз причина какая? Он говорит, тогда не было слова армян, был арамейский. Он говорил, ведь на арамейском языке, тогда не было слова армянский, понимаешь? Теперь и наша Украина играет во все это, там Будда уже украинец оказывается. Я говорю, а чего, от слова Будь, может, а чему нет? Временная болезнь, ее надо перейти. Я думаю, что такие культурологи есть у каждой нации. Да. Спасибо большое. Да, спасибо вам.